Второй этап комплексного ремонта дороги стартовал на пересечении улиц Чкалова и Ленинской. Протяженность участка почти 3 километра. В планах не только отремонтировать дорожное покрытие, но и привести в порядок тротуары, уложить на них плитку, заменить бортовые камни, обустроить парковочные карманы и благоустроить газон. А также отремонтировать порядка 500 инженерных коммуникаций. Такие масштабные работы стали возможны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Комплексный ремонт на улице Ленинской не проводили давно, старое покрытие пришло в негодность. Безусловно, улица Ленинская востребована автомобилистами нашего города. Также на ней находится много жилых домов, как многоэтажных, так и малоэтажная застройка. Улица востребована, по ней осуществляется интенсивное движение транспорта. Хоть по ней не осуществляется движение общественного транспорта, но движение автомобилей на ней достаточно большое. Сейчас рабочие приступили к фрезерованию. Здесь снимут 15 сантиметров старого слоя, чтобы избавиться от всех разрушенных пластов. И уложат новый, выравнивающий, на который настелят ковер из высокопрочного асфальтобитумного покрытия «Щема-20». Обычно его используют на главных городских магистралях и федеральных трассах с интенсивным движением. Специалисты говорят, что старый асфальт, который они сейчас снимают, очень хорошего качества. Потому избавляться от него совсем они не планируют. Отправят на переработку и добавят в новую смесь. Приступить к работам планируют уже на этой неделе. Все будет зависеть от погодных условий. На участках проводят круглосуточный контроль специалисты предприятия МПУ «Дорожное хозяйство». Даже сейчас, когда идет только подготовка к ремонту, сотрудники следят за каждой манипуляцией подрядчика, берут пробу асфальтобетонной смеси на лабораторные исследования при необходимости. После того, как ремонт закончится, подрядчик не бросит дорогу, а будет за ней следить еще 5 лет. Где-то какая-то даже трещинка, это все ликвидируется, все убирается, залатывается. А у нас под контролем. Зима и лето мы там на дорогах всегда, постоянно. Ремонт Ленинской проходит в 2 этапа, поэтому самарцы уже сейчас могут видеть результат. Первый участок от Полевой до Чкалова привели в порядок в прошлом году. Его также отремонтировали комплексно. Кроме того, пошли навстречу жителям и благоустроили оконные приямки, чтобы талые воды не попадали в подвалы жилых домов. С каждым днем в Самаре преображается все больше городских дорог, замечают автолюбители. Конечно, часто. Она двухсторонняя дорога. Она нужна. Уже сделать по-настоящему. Как Победу, например. Сделал все дороги такие. Хотелось бы. Закончить ремонт на Ленинской планируют до конца октября текущего года. В планах переложить около 40 тысяч погонных метров проезжей части. На тротуарах появится плитка. На радость местным жителям обустроят площадку около 3000 метров для парковочных карманов и въезда во дворы. Помимо ремонтных работ, до конца апреля специальная комиссия обследует прошлогодние результаты. Мария Левина, Сергей Баскин. События.